понравилось, да? Ну, тебе только осталось ипотеку заплатить, и все. И все, и ничего больше, никаких проблем. Нет, ну я пока сейчас смотрю, огородую тебе. Нам надо пахать. Красавицы. А, за дополнительную оплату, в смысле, что дополнительное, да? Ну, я думаю, что Наташа, смотри, не пошла бы просто так там купить. Да, тебе не знаю, что да. Потому что просто так-то, чем бы она пошла работать? Ну, я думаю, что будет все нормально. Ну, ладно. Куда мы едем? Красавица, куда мы едем? Мы же должны в сад ехать. На воздух. Через Ленинград. А что там на Тарасе и Крымске, да? Там ремонт дороги. Ну понятно. Я же там. Понятно. По оплате, говорит, непонятно, но я думаю, все равно оплатят народ. Если вышел народ, то там будет. Там время хотя бы начислить тем, которые работают. Мне вроде так говорили, а кто сейчас на карантине через время остается? На чужую сторону. Просто на, я вижу, что у нас же два отдела, 778 и 779. Я в 779. А в 778, вот, и смотрю, что они идут на обед. Она говорит, им сказали, если хотите, выходите. У нас-то конкретно сказали, кто увидит. Начальница и парень. У нас тоже начальница, там молодежь там. Минерал, февраль. Я еду в сад. Я хочу спеть песню, как я еду в сад. Работать. На воз таскать. Хорошо. Здесь вы познакомились с Сергеем, да? В баньку тут мужичкам сходить. В баньку мужичкам сходить. Мэнспрендинг. Смотри, как мои ноги широко расставлены. А я могу вот так ноги держать. Хочешь вот так? А хочешь вот так держать? Все нормально. Как тебе удобнее? Вот так нормально? Все нормально. Вот так нормально? Все нормально. Нет, смотри, вот это нормально? Вот так нормально? Мэнспрендинг. Нет, почему? Как я не могу не поехать, если я уже еду? Как сесть нормально? Вот так?
say I love me forever. One night we'll be together. Черт, голова что-то закружилась. Слышала группу Ле Стампа? Итальянская группа, испанская. Вообще, как очень зажигает. Блин, они ходят полураздеты зимой. Ничего, ни одного мента нет. Ни одного человека в наморке нет. А как же автобусы тоже во въезде едут, получается? Да, нет, там автобусы. А? Стояли автобусы. Да? Ну, там сначала автобусы. А, ну, там... Я попал, значит, Viva, viva, cara, viva. Смотри, какая борода. А у Серёги седая борода, он стесняется, прикинь. Ну чё? Еду в сад, в огород, навоз копать, я, Я буду флексить с навозом, с лопатой навоза в руке. Я Лил Кеннеди, Лил Би, флексить перед тобой, бэйби, Флексить с навозом лопаты. Все мы с лопаты навоз копаем в саду, огороде. Мешки навоза таскаем. Я буду флексить. Ну хорошо. Что я правду говорю, мы будем мешки навоза таскать. Копать навоз. Да, могу про себя.